До закрытия участка остались считанные минуты, но люди все еще идут голосовать. Одной из последних отдать свой голос успела Альбина. С утра девушка ездила копать картошку и, несмотря на усталость, поспешила на избирательный участок. Я припозднилась, приехала из деревни. Я считаю, что каждый человек должен проголосовать. На часах ровно 20:00. Выборы вошли в завершающую стадию. Избиратели и присутствующие, московское время 20:00. Голосовать могут только те избиратели, которые в настоящий момент находятся в зале голосования. Зал голосования объявляю закрытым. С завершением голосования работы у членов избирательной комиссии и наблюдателей только прибавилось. Да и в течение всего дня возможности расслабиться у них не было. Нижнекамцев, желающих принять участие в едином дне голосования, было много. Несмотря на большую явку избирателей, нарушений на участке не зафиксировано. Голосование прошло без нарушений, и явка довольно-таки активная. За закрытыми дверями избирательного участка начинается кропотливая работа. После завершения голосования члены избирательной комиссии вскрывают пломбы на урнах, высыпают бюллетени и приступают к подсчету голосов. Голосование в Нижнекамске завершено. Горожане отправились на праздничный концерт, а вот избирательным комиссиям предстоит работать еще всю ночь. Наталья Лушникова, Максим Липин, Новости НТР.